Количество жалоб на должников алименщиков остается по-прежнему большим. В прошлом году в Новосибирской области службой судебных приставов заведено 26 тысяч дел. Чтобы понизить показатели, представители различных служб решили разработать общую стратегию и помочь должникам исполнить родительские обязанности. В этом году при содействии Федеральной службы судебных приставов нами была изучена практика других регионов, когда проводятся такие межведомственные, как сегодня у нас, мероприятия с должниками. И когда граждане, которые имеют некоторые проблемы, чтобы в исполнении своих вот этих родительских обязательств смогут получить помощь, и в том числе по трудоустройству или другой виду помощи, как социальный контракт, либо прохождение какого-то лечения необходимого, тем самым по итогу они смогут погасить задолженность перед своими детьми. Первое межведомственное совещание прошло в Искитимском районе. Цель – объединить все социальные службы и разработать общую стратегию, как помочь человеку в трудной ситуации. Достигнуты договоренности о создании некого баннера, о том путеводителя для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Если гражданин потерял документы, если гражданин находится в зависимости, алкогольной, наркотической зависимости, куда им идти, куда им обращаться, если они не знают, какие документы составляются, да, для решения вопросов в судебном порядке. Все это было разъяснено. Получить ответ, консультацию, помощь можно в службе судебных приставов.